тюрьму! Воров и жуликов в тюрьму! Кроме руководителя организации здесь, на площади. Уважаемые жители города, что среди вас выборы должны быть честные, справедливые, и наши голоса должны считаться тут, а мы их отправили. Мы считаем, что в следующей выборной кампании из избирательных комиссий участковых должны исключены люди, находящиеся в органах власти. По осени в каждую комиссию направляли по одному-двух чиновников из администрации. Сегодня уже ясно, что власть не доверяет чиновникам. Вот я за честность. За то, чтобы сменилась действительно власть центра избиркома, которая не действует абсолютно. То есть она действует по указке свыше. И за то, чтобы следующие выборы прошли честно, без там вбросов, без подделки электронных видеоконтролов. Я за то, чтобы следующие выборы были честны. Ну тут ничего, долго они собрались. Четвертое. Обеспечить конституционные права всем гражданам России. Ты помнишь, для участия он там, в выборах Стой, закрой за мной всех день. Уровней. Зато я даже сказать ничего не могу, поэтому мне надоела ложь. Мне врали с самого детства. Первое разочарование было в том, что Дед Мороз не настоящий. А теперь у меня воруют голоса. Вот и все. Я сам живу в Санкт-Петербурге, там посещал митинги всякие и подобные. Сюда просто приехал к родителям в Орск и решил посмотреть, как здесь все это происходит. Довольно-таки скучно, скудно. Дети и старики, вот совершенно мало какого-то такого вменяемого, какого-то, не знаю, может, вроде суббота, все не на работе. Как-то дети, мне кажется, это дети. Стоят вокруг. Либо старики, пенсионеры, там где люди, которые вот сейчас вот работают, которые сейчас что-то должны решать. Детям уже пока рано, этим уже поздно. Остается Путина кандидатом в президенты. Но что нас ждет, если выберут Путина? Они уже решили, что Путин будет президентом. Я пришел выразить протест против политики «Единой России», когда захватили все ключевые посты, депутаты, все директора в «Единой России», простой народ уже задушили. Также прокуратура, суд, все это тоже члены «Единой России». Те же собственники завода. И против них очень тяжело бороться. Вот мы пришли здесь выразить свой протест. И, возможно, объединимся, все разрозненные ростки, потому что на заводе где-то если начинается кто-то по трудовым правам подниматься, его сразу втаптывают. А когда мы будем все вместе, Путина, тогда мы сможем сделать много дел хороших в рамках закона. Из-за чего вы сюда пришли? Из-за того, что нынешняя власть совсем уже забралась. Совсем не ценит, не любит свой народ, уж слишком его унизит. То есть я надеялась, что этот раз мы что-то изменим хотя бы немножко, но я так чувствую, что ничего не изменится. То есть нашему городу выделили определенное количество денег. И эти деньги разделили, ну, грубо говоря, на каждый дом. Нас не спросили, хотя поставили перед условием, что вроде бы мы должны платить 5%. Для того, чтобы мы согласились на эти 5%, это от огромных миллионов, мы должны были провести собрание жильцов, мы должны были решить, что нам надо ремонтировать. Надо ли нам ремонтировать вот эти фасады, которые у нас ремонтируют каждые 3 года? Или нам надо, например, сменять, ну, трубы, грубо говоря, там, водоснабжение, отопление и так далее, и тому подобное. Никто ничего не спросит. Я просто надоел на это все смотреть. Проводит не ремонт, телевизор. Почему телевизор? Интернет. Вся беда в том, что мы туповаты, мы не хотим самоорганизовываться, мы не хотим образовываться, мы не хотим читать. Не то, что читать художественную литературу, мы не хотим просто узнать, что творится. Поэтому кого-то поддерживать здесь, коммунистов, левых, правых, читать надо, образовываться, нужно воспитывать, общаться надо, разговаривать, объяснять своим детям в первую очередь.
чтобы ты либо как камень брошенный в воду. Все партии на выборы, какие бы они ни были, плачистенные. И круги хорошие, а не плохие. А то у нас получается так, что в основном плохие. Все движения, все гражданские. Лучший бизнес – это власть, поэтому все побросали бизнес, ушли туда. Россия, объединяться, воровать, воровать никто не выборы хочет. Для всех. Вот они сидят, воруют, они же не воруют, они берут. Это выборы для всех. По большому счету, это крысятничество. Спасибо. Слава арчанам, которые хотят жить достойно. Мы должны провести честные выборы. И к власти в городе Орске, области страны, должны дать прийти достойные люди, которые могут вывести народ, вывести страну из того болота, куда затолкали нас медведи и все их сподвижники.